Добрый день, друзья. Немножко громковато, но это ничего. Мы вот с вами выходим из Михайловского сада. Я вам показывала набережную с корабликами. Это все вот в Михайловском саду находится. Вот. И сейчас вот мы выходим с вами к Михайловскому замку. Вот он как выглядит. У него позолоченный крест. Видите? Красота какая. Я спрашиваю, но это я, наверное, к самой себе обращаюсь, потому что я там вижу, когда вижу, смотрю, поднимаю. Вот такой замок у нас находится рядом с Михайловским сквером. И сейчас мы пройдем с вами. Возможно, мы сегодня посетим Марсово поле. Ну, посмотрим. Очень много людей. Такие у нас модницы. Красотки ходят. Вот такие. Слева у нас Михайловский сад. Сейчас мы пойдем по мосту через набережную реки Мойки. Ну, чтобы как бы складывать вот эти эпизоды по видео. Тут уже у нас там показалась набережная с правой стороны. Смотрите, там колонны у нас. Позолоченные инкрустации, рисунки. Видите, да? Я сама вот сейчас вижу, что ну далековато, но все равно это видно. А сейчас мы с вами дойдем на этой стороне до такого столба. Вот, смотрите, ночной стол, да? Вот, и здесь тоже вот такая инкрустация. А там, наверху, золотой орел. И вот такой вот светильник, который работает в ночное время. И вот мы с вами идем. До канала реки Мойки. Я ничего не вижу. Солнце светит. Вот, а солнце снимать нельзя. Так, давайте немножко перенесемся в эту сторону. Ничего тут не снимешь толком. А, вот, все. Тут слева какой-то реквизит, я так понимаю. Так, давайте мы с вами пока закончим снимать, хорошо? И потом снова начнем. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.